Супер. Привет, молодежь, Гудаури, Грузия, Анатолий. Как зовут? И Елена. И Елена. Еленочка, держи, пожалуйста. Сейчас мы сделаем полет на параплане. В этот замечательный день. Вот. Задача Елена. Усложняется. Оказывается, я должна не только бежать, но еще и держать селфи полную. Да-да-да. Леночка, немножко назад, еще шажочек назад, Лен. Хорошо, отлично. Будь вот так, хорошо? Отлично. Все отлично. Смотри, Лен, вот это наше направление, поняла? Да. Вот туда. Пазочка. То есть бежим вон туда. Лен, шаг назад. Готова? Что скажешь? Так, а если вот ее выроню? Не она... выронишь, как вязано. Ага. Скорее, ускорились. Сейчас ускорились. Побежали, побежали. Унесла, снова. Супер. Красавица. Вау. Понравилось? Лучше коленку левую, правую вверх, пожалуйста. Правую? Молодец. Удобно сидишь? Да. Красота. Мне кажется, меня на вас немножечко клонит. Давай. Да, мы в воздухе. Это ни на что не похоже. О, да. Зацепили. Да, вообще фантастически. Красоти. Зачем тебе перчатки? Вот я лечу здесь вообще кайфую. Да, я вижу. Сейчас только не нужны. Сейчас я свои тебе отдал. Это мои зимние. Это мои. Не, у меня есть другие прям в кармане. Ну вот мои. Это мои зимние. Я в них летал, ну, наверное, дней 5 назад у нас был такой дубак. Ну вообще дурдом. Да? Непередаваемый вообще. Сложнее, чем сегодня, да? Очень жутко. Как красиво справа такой полный. Вообще, смотри, какой цвет приобрел. Да-да-да. Это буквально за крайние 2 дня. Желтеет с каждым днем больше и больше. Очень красиво, очень круто. Я думала, что это будет страшнее гораздо. Я думала, будет тяжело сидеть. На самом деле, я довольно расслаблена. Кстати, удобно сидеть. Давай еще раз пробуем. Я очень удобно. Справа посмотри назад. Эй, ребята, GoPro фото сделай. GoPro сделай фото. GoPro фото сделай! GoPro сделай фото! Да ладно, не страшно. А мне интересно, как она вообще реагирует. Я только купил семерку. GoPro сделай фото! Не знаю, наверное, надо остановить сначала. Да. GoPro, стоп видео!